Юрий Бездудный поручил проанализировать процесс закупки оборудования для школы номер 3. Беспокойство в РИО губернатора Ненецкого округа вызвало заключение 57 контрактов с единственным поставщиком. Строительство школы в микрорайоне Авиаторов стало одной из центральных тем оперативного совещания главы региона, которое прошло накануне в администрации округа. Юрий Бездудный обратил внимание профильных органов власти на процедуру закупки оборудования для школы номер 3 в микрорайоне Авиаторов. На сегодняшний день все конкурсные процедуры завершены со сроком исполнения по большинству контрактов до 30 июля. При этом в РИО губернатор НАО отметил, что 57 государственных контрактов учреждение заключило с единственным поставщиком на общую сумму почти 25 миллионов рублей. Почему мы такое большое количество контрактов заключаем с единственным поставщиком? Что какие-то уникальные виды продукции? Ну, я думаю, нет. Просто сроки и то предложение, которое есть, выходит единственный поставщик с ним заключается. Я прошу проанализировать, почему здесь единственный поставщик. Там, где единственный поставщик, экономии у нас не будет. Там экономия нулевая. То есть там единственный... Нас это не устраивает. Все процедуры должны быть конкурсными. В продолжение темы Юрий Бездудный предупредил о возможных рисках, связанных с лицензированием учреждения. Наталья Александровна, знаете, что лицензироваться не получится без дымоудаления и камеры видеонаблюдения? В курсе, да? А знаете, что до сих пор не внесены изменения в проект? Здесь, честно сказать, не в курсе, потому что мы этот вопрос уже, казалось бы, практически как месяц назад закрыли со строителями. В свою очередь, как отметил исполняющий обязанности руководителя Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО Павел Масюков, изменения внесены в проект, но их стоимость пока не согласована. Центрстройзаказчику поручено было за выходные отработать смету самостоятельно и устранить замечания, сообщил Павел Масюков. Глава региона поручил держать данный вопрос на личном контроле. Также, обращаясь к своему профильному заместителю Наталье Сидоровой и остальным ответственным лицам, он настоятельно рекомендовал чаще бывать на объекте строительства. Я выезжаю теперь по выходным дням на такие социальные объекты, без свиты и без СМИ, просто чтобы посмотреть. И вам рекомендую заниматься третьей школой. Не доверяться директору и завхозу, а самой ездить и смотреть. Как отметил в РИО губернатор НАО, школа в микрорайоне Авиаторов – главный социальный объект 2020 года. Необходимо приложить все усилия для того, чтобы 1 сентября дети пошли в полностью готовую школу, укомплектованную качественным оборудованием, резюмировал Юрий Бездудный. Ирина Никишина, Влад Ткачев, телеканал «Север».